Военнослужащие из Новосибирска отправились на антитеррористические учения в Киргизию. Самолеты Ан-22 «Антей» с армейскими грузовиками на борту вылетели накануне с авиабазы Толмачева. Грузоподъемность этих крылатых машин достигает 60 тонн. Они предназначены для перевозки тяжелой военной техники и десантирования грузов и людей. Во время учений военные Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана проведут совместную операцию в горах.